субботу 3 февраля по всей стране пройдут вечера встречи выпускников. Своих повзрослевших мальчишек и девчонок ждут и учреждения образования Сморгонского района. В преддверии этого красивого праздника съемочная группа ОКС ТВ вышла на улицы Сморгонии к местным жителям с необычным вопросом. Какой предмет из школьной программы вам запомнился больше всего? Физкультура. Почему? Потому что я спортивного, так сказать, наклона у меня. А какую школу способность? Да, не здесь, далеко это было. Биология. Ну, наверное, потому что собиралась связать свою жизнь с этим предметом. Белорусская мова. А о чем? Потому что сама наставница белорусской мовы. Какую школу заканчивали? Я вогуле из Вороновского района. Приехала сюда 30 годов назад. И пришла працевать в первую школу. И с этого времени любовь к белорусской мове не пропала? Нет. Это самая родная мова. Какой ваш был любимый предмет в школе? Физкультура. Потому что нужно было играть и развлекаться. С детьми участвуем в разных соревнованиях районных. С семьей вообще стараемся детей приобщать к спорту. И сами не покидаем его. Моя мама работала замдиректором в школе. И француженка каждый урок спускалась с третьего этажа и жаловалась маме на то, что я не выучила домашнее задание. География интересно было. Ну, наверное, физика. Почему? Ну, учитель был хороший, Иван Станиславович. Мой любимый предмет – это физра была, конечно же. Ну, спортом любил заниматься. Из-за этого любимый. В школе любимый предмет был, конечно же, математика. Лучше всего получалось, да и самый шикарный учитель был. Из-за этого полюбил математику всем своим сердцем, полюбил этого учителя и сам стал, собственно, учителем математики. Выпустился из средней школы номер 5 лет назад, пришел в нее же работать. В этом году встречусь на юбилее встречи выпускников вместе со своими любимыми одноклассниками. Надеюсь, что сам выпущу очень много хороших выпускников. Желаю выпускникам всего самого светлого и наилучшего.